Дамы и господа, мы ведем прямую трансляцию с места событий. Сейчас мы, короче, херанем наш дебютный альбомчик. Сегодня первый день, мы наконец-то решили что-то делать. Егор, он заматывает струны, показывает мастерские умения. Ты, Егор, ты херачишь? Ты это да, мотай сильнее. Что это? Так, что мы тут юзаем? Это у нас Шектор Дебода 7. Поставили на него новые струнки и сразу же их перевязали. Лол, что? О, две струны. Столько нам хватит на весь альбом. А гитарочка идет через шнурик идет прямочки в эту вот штучечку. Это у нас предусилительчик. Ух, кнопочки горят. Ну, тут можно делать, чтобы кнопочки горели. Но вообще, говорят, что звук от этого становится лучше. Потом из этой штучки, ну, он идет прямо в звуковуху, самую крутую звуковуху на свете от M-Audio. Короче, сейчас мы начинаем запищуху. Горка там разогревается. А, ёпта, сначала аж три надо. Ну. Сначала. Вот этот кусок дай писать. Все с будет. С жилетами. То есть. Вот я поставил. Что там у нас сейчас? Так, это пропускаем. А, стоп, подожди. А, тут не пропускаем. Да. Это первый раз нормально. Ну, давай. Ты еще гитару не взял. Пау-пау. Пытаемся записать. Мега сложная партия гитары. Кассир будет писать бас, я зажрусь. Кассир будет херачить. А засагнись! Я пьяный, пальцы. Шучу. Оп. Нахера ты опять так перевязываешь? Ей нужна первая медицинская помощь. Я думал, ты опять две оставляешь. Зачем нам вообще, нам можно было бы одну струну просто юзать, хватило бы на весь альбом. Мы же прогрессивные ребята. О. Джин-джин-джин. И то одна гитара играет джин-джин-джин, а вторая б-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 
Алло. Егор опять расстроил нашу малышку. И пытается задобрить ее. Там Рэй, да, должен быть? Ну да. Сережа, смотри, сюда, как дела? Во! Во, сироки! Давай, щаку. Где мои ножи? Видал? Щаку. Пошел на! Первый день записи подходит к концу. Мы записали гитары на одну песенку. И поменяли струны на басу. Осталось настроить бас. И завтра мы запишем еще бас. Судя по звукам, Сережа долбанул свой бас об дверь. Он все, гитара долбает об дверь. Посмотрим на Сережу. Давай Кирюшину еще. Не надо Кирюшину. Сереж, что ты делаешь? Устраиваю мензуру. Мензурка? Я помню, на химии у нас были мензурки. Не пизди! Завтра не пойдем. О, это смартфон. Тут играем в игры. Опа.
гоночки, начать игру. Что значит? Я думал, я выиграл. Кто больше машин собьет? А почему у тебя кнопок нету? Не пацан? Ты без кнопок живет тут вообще. Жизни не видел. Подожди, а как ты звонишь его всего? Без кнопок. Кидаю в прохожего, чтобы он позвонил. Круть. Да почему ты теперь в обратную сторону крутишь? Сережа, что это гитара? Я не знаю. Пришел к нему. Вот к нему пришел. Он сок пьет. Говорит, на какую-то дал мне хуйню, блять. Говорит, то ли картошку копай, то ли на тракторы гоняй. Ёпты, блядь. А шо, нахуя мне это? А шо я с ней буду делать, блядь? Ну, шо буду делать? Давай, короче, пиши. О, а что это тут у вас? Я не знаю. Я тринкал, баловался и её, блядь, написал. Чотя. Привет передать. Привет.